Друзья, мы сейчас с вами сходим в один из любимых наших ресторанов в Сочи. Это ресторан «Восток». Адрес напишу, адрес точно не помню. Улица Виноградная. Вот, мы этот ресторан знаем уже несколько лет. И сейчас снова пойдем туда ужинать. Так, ну вот мы пришли. Смотрите по обстановочке. Здесь вот везде ковры. Открытая кухня. Мы вот так вот сидим на красивом диване, смотрим. Здесь вот нам фрукты подали. Так, здесь у нас чего есть? Значит, горячий завтрак мы не смотрим. Закуски, ну, в среднем рублей по 400. Салаты, ну, разные, 260, 400. Разные восточные салатики, 190, 310. Ассорти из сыров, горячие закуски. Первое блюдо, смотрите, шурпа, солянка, лапша. Лагман 260 рублей, между прочим. Чвара, бульон с пельменями 220 рублей. Вторые блюда здесь жареные рыбки. Нет, через 5 минут, чё, будьте добры. Так, вторые, значит, блюда из рыбки. За 100 грамм ценник от 350 до 600 рублей. Можно взять шашлык по-восточному и разные вот блюда на мангале. Курица 280, люля из баранины или из говядины 450. Шашлык из баранины с 500 рублей за 120 грамм. Вот есть еще, смотрите, курма из баранины, чучвара, долма. В общем, уже такие восточные блюда. А, блюда из курицы. Вот они. Тоже люля, котлеты по-киевски, купаты. Вот. Разные соусы. Осетинские пироги. Вот Марик заказал. Десерты. Разные пироженки. Чак-чак. О, ну почему же интернет? И напитки. К чаю нам подали щербет, подали финики. Леша принесли салатик. И мне тоже принесли салатик с баклажанчиком. Там со сметаной и с каким-то соусом. Не помню, с каким. Не помнишь, как называется? Чесноком. Ожидаемо вкусно с баклажанами. Очень вкусно. Такие чудесные баклажаны. Все вкусненько? Да. Помидоры с луком, с растительным маслом. А, ну у тебя как бы такое стандартное овощное, да. И там растительное масло. Даже оливковое. Оливковое? Так, нам принесли вот такую вот самсу красивую. Это не самса. Ой, господи. Пирог осетинский. Осетинский пирог, да. Марик, вкусно тебе? Да. Жаш, тебе принесли? Кебаб. Кебаб. С бараниной. Прекрасно. С морковкой. Да, здесь вот у меня чай мой в пиалочке, очень по-восточному. А может, ему руками кушать? Ты можешь руками кушать, Ромыч. Ромыч, руками идет. Ты можешь руками кушать, если тебе удобно. Так же, как? Это аккуратно, что-то двумя руками берем, да. И закраешь. Бери и закраешь. Не-не-не, не так. Пловчик принесли. Смотрите, какой он шикарный. Очень много мяса. Его принесли с ложечкой. Ложечкой можно кушать, да. Мама, было. Где мой телефончик? Вот здесь лежит твой телефончик, не волнуйся. Мы, поскольку здесь не первый раз, я знаю, какой у них плов прекрасный. Я взяла его специально. Он очень хороший. Прям настоящий такой. Так должен быть.
Спасибо, что были с нами на канале «Рукой подать». В Сочи идет дождь, вот, но все равно очень тепло. Вот относительно нашей среднерусской полосы мы все равно очень рады даже такой погоде. Вот, все равно успели немножко погулять, отогреться, вкусно покушать, повидаться с морюшком. Спасибо вам, что досмотрели этот выпуск до конца. Смотрите наши предыдущие и следующие выпуски. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ставьте нам лайк, пишите нам комментарии. До новых встреч. Пока.